Началась захватывающая погоня в облаках за злодейской парочкой и похищенными тройняшками. Однако никто из наших героев не умел парковать дирижабли. Прибыли! Бросить якорь! Заодно научимся приземляться. Думаю, это почти как лошадь восстановить на скаку. Только эта лошадь из металла и с крыльями. Брось эту идею. Прыгаем, пока можем. Пока можем. Солнышко и Годрик приземлились где-то на этом парящем острове. Не думаю, что они ушли далеко. Когда смотришь с высоты птичьего полета, легко ошибиться. В дирижабле это могло выглядеть как два шага, а на самом деле окажется, что, видимо, больше. Так, что за глава? Там, кстати, была не мартышка, хотя, может быть, и мартышка просто. По-моему, у них есть какое-то название, какой-то подвид. Вроде что-то типа такос, что-то такое. Так, что у нас? 18 глава «Парящий архипелаг». Так, «Парящий архипелаг». 096, так, 94. То есть здесь у нас получается множество островов, да? Значит, будем прыгать с острова на остров. При этом собираю все на своем пути. Я очень рад, что я немножко уже вспомнил управление. Мне уже проще играется. Плохо, конечно, что я весь сюжет не помню. Прям очень плохо. Пересматривать, конечно, видео можно, но это будет тоже очень долго. Так-то на... Ага. Делаем так. Забираем. Это разрезаем. Тянем. Думаю, этого будет достаточно. Тоже пригодится. Так, это что за лед? Вода просто. Так, это не удерживается. Это плохо. Вот там что-то удержал. Может быть, это опять же неправильно, но нам позволяет расстояние все это соединить. Хотя, возможно, здесь надо было что-то сделать. Зачем? Чтобы это уперлось сюда. А там внизу что-то еще есть. Да? Нет. Сдалека показалось, что да. А на самом деле казалось, нет. Так бывает. Что забрали? Все забрали. 9 штук. Это можно поднять. А, у нас еще левитация есть, точно. Так, а это само по себе левитирует. А, у меня этот воздушный шар. Как в дирижабле. Единственное, что мы можем его поднять просто... Туда тоже допрыгнем. Мы во все места заберемся. Пока кнопки помню. Так, что мы можем здесь сделать? Надо как-то это оставить. Можно, чтобы здесь повис понтик. Заморозить можно? Нельзя, да? Тогда. Нам надо просто там было находиться. Значит, здесь понтик пускай висит. А здесь мы. Понял. А, успел. Успел. Мне что-то подсказывает, что что-то будет наверху. Прямо что-то там должно быть. Камера приподнимается чуть-чуть наверх. Соответственно, там что-то должно быть. Нам не упасть. Можно еще выше.
Нет, я ошибся, все, лучше не прыгать. Значит, там делать нечего вообще. И это неизвестно зачем. Тогда может быть что-то внизу. Тоже ничего нет. На вид веселые ребята. Так, кто это у нас? Ламы? Да, вроде как ламы. На вид веселые ребята. Ну, одеты, да, очень красочно. В яркие цвета. Значит, кто-то им сшил рубашечку, шапочку. Жует. Приятного. Это можно, кстати, отстегнуть зачем-то. Это тоже можно зачем-то отстегнуть. Но вряд ли, чтобы попасть наверх. Потому что наверх можно попасть всегда таким вот читерским способом. А, здесь еще наверху. Тогда ладно. Тогда нам надо сделать чуть-чуть другое. Раз там есть что-то наверху. Мне кажется, я все не забрал. Нет, забрал. Ладно, забрал. Так что с чем делают тут? Это вверх или вниз? Так, это наверх, да? А это? Это тоже, наверное, наверх. Это не особо. А, надо сначала сломать. Так, теперь... Дело за Понтием. Так, теперь что нам надо сделать? Нам надо что-то убрать. Так, ну, по-моему, это, да, надо притянуть просто поближе. Он тянет наверх, хорошо. Понти... А, оно не справляется. Кто тяжелее? Или так надо? Не, ну надо за ту зацепиться. То есть это нам мешает. Но при этом та почему-то не опускается. А Понти почему-то не может подпрыгнуть. Это во что-то упирается. Это почему-то вообще внизу. А, ее надо поднять наверх. Тоже. Она изначально, видимо, была внизу, потому что я думал, что они обе были наверху. Хотя, может быть, изначально так и было. Вот это лучше поднимать. Не идеально, конечно. Хорошо. Хорошо. Замудрено, конечно, но хорошо. Это зря. Тоже верит спаун. Это место механические рыцари охраняют, особенно Ариана. А значит, она наверняка ведет к чему-то важному. К чему-то важному. А что у нас здесь? Где Понтия? А, нет, снизу не получается. Понтия, значит.
Че, ты понти не можешь собирать, что ли? Ну ладно, это может. Так, здесь пока ничего не трогаем. Ничего не режем. Сейчас надо посмотреть вообще, что здесь есть. Может быть, здесь лучше будет через лед как-то пройти. Надо будет шевелиться, толку от этого, в принципе, не так уж и много. Ну да, толку от этого вообще никакого. Заберемся наверх. Так, что-то интересное. Зачем? А туда еще дальше. Это слишком далеко. А, можно было зацепиться. Так, тогда мы сделаем по-другому. Мы сделаем вот так. Все. Отпускаем. Ну, почти. Да, сейчас сделаем то же самое. Так, хорошо. Вон там есть, да. Но если бы я заранее знал, я бы здесь, конечно, и через просто эти доски туда забрался. Из вот этого всего, потому что тем более так еще не получилось. Сделаем проще тогда, действительно. Мы же можем создать много. Почему бы этим не воспользоваться? Так даже проще намного. Че есть секрет? О, вид хороший. Новое письмо. Кому? Зоя, героиня, тройки. Где бы вы трое сейчас ни были, надеюсь, вы находитесь в полном здравии и готовы сокрушить Леди Солнышко и Лорда Годрика. Когда вернешься домой, именно когда, а не если. Загляни ко мне, у меня есть для тебя подарок. Нанет из библиотеки. Ха, может быть, это еще одна стрела. А это, которая вначале стреляла. Может быть, еще одна стрела. Вот, кстати, я немножко вспомнил, что вначале в Зою кто-то стрелял. Только там, по-моему, или библиотека была. Возможно, библиотека. Да. И умерли. Так, что у нас здесь? Это... Это, видимо, надо заморозить. Так, для начала надо сначала ее... По идее, по ней надо ударить. Как потом ее заморозить в этот момент? Не получится. Да и не будем делать так. Сделаем по-своему. По-своему, как обычно. Или по-своему не получится. Ну, хотя бы так. Вот так скатывается. Вот так нормально. Этого нам уже вполне хватит. Скоро мы найдем тройняшек. Я снова стану героем, и Маргарет примет меня обратно. И это ужасное испытание наконец закончится. Ага, а королевство и Астральная Академия будет восстановлено по какому-нибудь волшебству. И все пропавшие леди и лорды найдутся на мгновению посоха волшебника. Если вернуться в реальность, я бы сказал, что у нас есть шанс на счастливый финал. Может быть... Так, это нам надо что? И полетел. Можно, кстати, делать вот так. Он поднимется наверх.
Европу его пружинит обратно. Хотя и нас пружинит, правда. Я хотел по-другому. Типа по чуть-чуть отпускаем, а потом нажимаем Shift. Только что-то это не работает так. Но я хочу попробовать. Так вот делаем Shift. Все, отлично, все собрали. Ну я надеюсь, мы все собрали. Это плохо, да? А он не это. Не берется в руки. Что весьма плохо. Так, здесь мы можем, наверное, заморозить. Если она, конечно, мешает. А, по нему можно вообще скакать. Правда, в эту сторону уже почему-то нет. Все понятно. Ну, а Амадео не берет. Так что нам это даст? Дает какую-то энергию огненную. Он делает. А, она зажигает эту штуку. А, то есть она здесь должна стоять просто. А здесь у нас поток воды, да? То есть так, в принципе, достаточно. Да, прикольно. Это новая механика. Все ли мы забрали? Кстати, у нас... А, парящий архипелаг мы читали, да? Так, вот здесь мы два пропустили. Сейчас дойдем до следующей контрольной точки и заберем что-нибудь там. Вот здесь две штуки. Так, отлично. Теперь пойдемте соберем те, что мы не взяли. Мы не взяли всего лишь две штуки где-то здесь. Так, а где мы не были? Здесь может быть где-то наверху. Я особо наверх не запрыгивал, не искал. Нет, значит, где-то внизу. Может быть, под этим. Там есть речка. Тоже вроде нет. Там уже другое. Либо здесь наверх забраться. Давайте попробуем здесь забраться наверх. Нет, там это все. Выше никак. Значит, ищем где-то здесь. Где мы что упустили? Да здесь как бы уже все. Тоже. Начало. А, вот здесь сияние идет. Это ломается. Или подпрыгивается. Подпрыгивается. Все, хорошо, две штуки забрали. Возвращаемся к пятой контрольной точке. И сделаю небольшую паузу. Продолжаем. Так что нам тут надо сделать? Возможно, заморозить. А, вот так все проще. Все намного проще. Так, ну есть понтий. А зачем? Можно, конечно, сделать какой-то щит, но это нам не поможет. Так, возможно, просто это... Ну, то, что они допрыгнут. Нам это не особо нужно. Но если только так... Более, может быть, вообще с левитацией здесь надо было заморачиваться. Ну да ладно. Так, здесь по-любому. Или не по-любому. Не по-любому. Тоже-то сильно заморачиваться не будем. А зачем? И это заберем.
почти зацепилась. Да ладно. Так, наверху по-любому что-то есть. Да. Может быть, даже здесь что-то есть. Там уже ничего нет. Споткнулся. Бывает. Так, нам здесь намекают, что надо вроде как на этом шаре, да? Ну, как-то так себе намеки, конечно. По-моему, бессмысленно вообще было. Ну, проще так все навтыкать. Чего? Так, и туда. Наверное, еще... А, можно сюда спустить. Там у нас выход, да? В первую очередь надо сюда зайти. Все забрать. Так, вот теперь через понти. Но эти не разбивают и хорошо. Да, ничего хорошего. Появились еще не очень хорошем месте. И здесь получилось не очень хорошо. Она быстро... А, там шипы были, потому что... Так, это убираем. Поступим вообще очень просто. Так, опять нас убили. Надо это сначала сломать. Так бы сразу. Все забрали ли мы? Да, пока все хорошо. Так, тебе что надо? Ударить? В это вроде надо стрелять. Нет? А, там этот красный шар. Так, а здесь что у нас? Кого можно потащить? Зачем-то. Можно сделать веревку. Опять-таки, зачем-то. К нему зачем-то подойти. Может, это надо ударить просто? Туда сможет пройти понти, но смысл? Надо щитом? Нет. Так, это у нас... Можно или нельзя? Нельзя. Так, здесь что-то интересное. Это надо как-то разворачивать, видимо. Там ее развернуть. Здесь вот пока... А, ее надо... Получается... Что я надо как-то сдвинуть в другую сторону. Или зажечь. Или потушить. Потушить, наверное. Серьезно, надо было потушить. Теперь ее сюда поднять. Здесь что-то будет шевелиться.
Здесь ничего не шевелится. Самый низ она не нужна. Интересно. Так, попробуем. Просто залезть пока что наверх. Так, у нас же есть этот G. Я все забываю про это. С ней намного проще везде. Так, ее надо сюда закинуть. Она упала туда. Как нам ее поднять наверх? Подбросить мы ее так не можем. Хотя, может быть, пока она издает ауру, мы не можем ее поднимать. Если мы ее заглушим, то мы ее все равно не можем поднимать. Можем ее ударить. Это нам ничего не даст. Так, вот это более самый лучший вариант. Пока что. Ой, получилось. А зачем аура-то нужна была? Просто так. Бред. Так, там ничего нет? Нет. Все забрали. Что-то мы... А, все забрали. Теперь 2, потом 14. Не хочется это признавать, но я рада, что старый добрый Понтий снова с нами. Поднимаешь боевой дух команды было ужасным мучением. Умоляю, не заставляй меня это повторять. Поднимай боевой дух. Да, все хорошо. Все будет в порядке. Все будет в порядке. Так, доска объявлений. Откройте письмо. Сотрудники мастерской по сбору механических рыцарей, с сожалением, сообщают вам о своем немедленном увольнении. В Изумрудной долине нет ни сервисов, ни развлечений, а климат здесь слишком влажный. Мы также озабочены этической стороной ваших действий. Например, нас давно беспокоит похищение молодых студентов-волшебников для незаконных экспериментов. Теперь мы знаем, откуда взялись все эти назойливые механизмы. Бррр. Так, что у нас здесь? Ломать, крушить. Так что это новенькое, да? Здесь какой-то проход. Так это надо как-то отключать, да? Так, туда даже Понтий не может бестелесный пройти. Интересно. Так, ну что мы можем с этим сделать? Так, думай, что у нас есть. Левитация не поможет. Маг вряд ли что-то сделает. Может, конечно, все-таки ее сломать как-то надо. А, щитом, наверное, щит света. Ну да. Хорошо, хоть дошло. Так, и тебя тоже надо. Ну да, нам сначала научили. Крошечная сияющая капуста. Это что-то новенькое. Ядовитый цветок. Ядовитый цветок. А, все забрали. 2-2, да. Ой, не получилось.
Так, здесь по-любому надо, наверное, наверх. Хотя бы посмотреть, что там. Так, будем пользоваться через G. Я надеюсь... Хотя нет, я лучше перестрахуюсь. По-любому сейчас исчезнет, да? Если его убрать. Да. А так, может быть, нам надо было быть там? Надо было выкинуло вниз. Пробуем еще раз. Аж туда вроде прыгать. Хотя туда можно тоже спрыгнуть. Здесь может быть секрет. Действительно, здесь секрет. Нужный нам. Так это я не помню, что делать. Это просто как переключатель. Так, падает. Падает. Мы должны его поймать щитом, да? Это будет непросто. Это будет нереально. В принципе, нам здесь ничего не надо выдумывать. Даже если бы у нас их было всего лишь три. Все равно могли сделать так. Тогда вот это все непонятно вообще зачем нужно. Раз, два, старая сказка нова. 3-4 тролль в башне в эфире. 5-6 хитрости и несчесть. 7-8 игры в тройке спросим. Мы уже в считалку попали. Да. Так, а все здесь я забрал. 12-14. Так, мне интересно все-таки, зачем вот это сделано? Ну, не просто так. Может быть, поймать. А зачем? Зачем нам это вообще? Так, а там можно зацепиться или нет? Нет, веревку нам туда не прицепить. Это подозрительно все. Вроде как через щит. А толку от этого щита? Что-то остановить здесь? Не знаю, в общем. О, как красиво получилось. Только опять же, зачем? И это вроде вниз крутится. Не знаю, может быть, они просто так специально. Они же знают, что у нас есть как минимум три предмета, три доски. Это даже не шесть, всего лишь три. Ну и ладно. Так, где еще две? Где еще мои два опыта? А, что с тобой делать? Левитация на него не подействует. Пока не понимаю. Действительно, через левитацию надо. Тяжелый. Да. Так, ну давайте так попробуем. Посмотрим еще, что там впереди. Очень далеко. Тогда будем думать. Может... А, его надо зажечь. Все, я понял. Надо зажечь огненным, и вот эти штуки будут активироваться. Что-то делать. Мостики. А, мы умираем от одного попадания. Ну, а он туда пролетел, и хорошо. А, ну мы не попали. Мы тоже туда не дойдем. Тогда надо щит делать. Свою же стрелу откатить. Отбили. Вот, щит нас спасает. А, прием, прием. Ага, работает. Итак, вы не разбились вместе с кораблем, как я планировал. С другой стороны, я создал этот дивный корабль, чтобы летать. А не чтобы падать, так что тут я... Однако, дитя Мадея все еще у нас в руках, так что я бы не рекомендовал вам приближаться. А ну верните их, сейчас же, или мы будем драться. Серьезно?
Very hard. Очень жестко говорит. Они. Серьезно. Так. Где? Просто крутить. Так, совсем правильно. А это не крутится. А это в другую сторону. Как на другую сторону крутить? Веревки же здесь не помогут. Можно только его заморозить. Нельзя его заморозить. Так нельзя ничего сделать. Так, как нам покрутиться в разные стороны? Учитывая, что они дублируют. Вряд ли я смогу успеть. И туда, и сюда. Если как-то так, по чуть-чуть. Это тоже нереально. Нет, здесь что-то другое. Так, а что у нас другое? Квадрат здесь, наверное, не подойдет вообще. Так ведь? Так что, возможно, все-таки... перевернуть эту гравитацию. Тоже ничего, ни на что не повлияет. И они не замораживаются. Так, думаем. Посмотрим, что у нас здесь. Там у нас ничего. Может быть, наверх надо сначала попасть? Или сверху? Я сомневаюсь, что это что-то нам даст. А нет, замораживается. Ой, хорошо. Наверное, не надо было забираться. Ой, там все поломалось. Так, хорошо, тогда нам надо просто один, чтобы стоял здесь. Да и все. Так, а с этим что? Нет? Пульнуть? Так, а пульнуть надо сверху. А как нам это? Так, мы можем, наверное, зажать теперь. Нет, он только размотался. Только все испортило. Ну, как-то нужно с чем-то зацепить. Возможно, все-таки как-то вот так. Ну, вот каким-то образом мы заблокировали все это. Ну, веревкой связали. Все заблокировалось. Теперь надо сверху просто ударить. Отлично. У нас опасненько, да?
Там можно было зацепиться. Так, это последние две были, да? Да. Хорошо. Вот это по-любому внизу что-нибудь есть. Там бы меня и так раздавил. Что-то горячее. Это тоже горячее. Что-то красное. Так, пятерочку взяли. Так, погибли. Ладно, бывает. У меня есть для вас предложение. Мы вернем вам детей, вы все покинете королевство, и мы никогда больше об этом не заговорим. Покидать королевство будете вы, в наручниках. Никто не посмеет заключить в тюрьму истинную наследницу престола, кроме истинных рыцарей королевства, особенно после того, что вы пытались провернуть во плоти надежды. Годрик, твой Василиск не сработал, и ты скрыл это от меня. Я не хотел тебя разочаровывать. И как нам продумывать стратегию, если я не в курсе происходящего? Выключи эту штуку. Они же нас услышат. Они же услышаны. Так, что у нас здесь? Пролезет она, не пролезет. Здесь она пролезет. Так, тогда можно сделать... Можно было бы сделать... Ну, пускай так. Не знаю, правда, зачем. Видимо, для этого. По-любому что-то есть. По-моему, даже еще выше что-то есть. Так, это у нас не блокируется, да? Ну и ладно. Так, там есть, да, что-то, но пока что так вот надо было сюда и наверх, ясно. Я сомневаюсь, что она зацепится. Ой, да, вообще ужасно. Что, я завертел? Я так не хотел. Так, о чем паримся вообще? В принципе, это все и не нужно вообще. Можно сюда пойти проще. Так, вот теперь проблема, да? Нет, проблем нет. Так, как нам туда попасть? Нам нужно как-то... Здесь она не подпрыгивает наверх, именно. Здесь, возможно, что? Что-то нужно опять создать. Снизу нам тоже не забраться туда. Так, а если наверх? Вообще куда-то улетела. Так, вот так можно. Зачем куда это все вообще? Это как-то надо было опустить. А, вот так. Мы сюда ничего пронести не могли. Соответственно, как на нее нажать по-другому, я не знаю. Возможно, так надо было. А может, нет. На вид она такая теплая и уютная. Шапка из шерсти
Ламальпаки. Так, это где у нас? Не тут. Коллекция. Стиль. Шапка из шерсти ламальпаки. Можно выбрать меню лобби. Хорошо. Где у нас меню лобби? Ну, это очень, конечно, вообще не в тему. Абсолютно не в тему. Тем не менее, отсюда можно уходить. Что у нас здесь? Это надо по-любому будет кинуть туда. Поджечь сначала. Но оно должно как-то там зафиксироваться. На чем? Непонятно. Или это все должно подняться сначала? Но как? Непонятно. Но не так. Или оно в центр должно попасть? Но пока все равно непонятно. Может, что-то где-то не хватает. Захватить-то особого не за что. Можно, конечно, опять-таки попробовать как-то вот тут наверх. Оторвался. Так, ладно, мы попробуем сначала сами туда пролезть. Разведаем, что там. А, так, в принципе, так, наверное, можно перебросить. Все равно слишком высоко. Ну, попробуем хотя бы так. Ну, так точно нет. Только что мы его будем зажигать. По идее, наверное, туда, и она будет подниматься. Соответственно, она должна просто стоять на чем-то. Это ни к чему не крепится. Возможно, просто так вот. Ну да. Все намного проще. Что она заработала? Платформа. Так, туда нам, наверное, не нужно. А вон наверху тоже что-то есть. Там только Понти сможет пройти. Даже Понти не может пройти. Ладно, значит, туда по-другому. А, так здесь через верх. Все проще. Забрали. Надеюсь, все. Сильно не торопимся. Ну и так это не горячее. Так, сохранились второй раз. Все, собрали. 8-5-5-3-7. Пока все хорошо. А, этот не заберет. Так мы помрем. Значит, надо туда прыгать. А туда нам не прыгнуть. Ладно, забрали. И в спину нас прибили.
Как слишком мощно. С этими принципами мы же ничего вроде не можем сделать. Можем, конечно, их заморозить. Вроде как. Хотя они нам сильно и не нужны. Нам, в принципе, вниз только спрыгнуть, все. Рейнч. Че, ну, охотник. Ладно, будем считать, что его не обязательно убивать. И, наверное, так и есть. Так, это у нас финал или не финал? Финальное, не финальное. Так, осталось два, это хорошо. Здесь мы все собрали. Это успели-то вообще. Что-то я не помню. Шапку, да, шапку недавно взяли. Это получается ламальпаки. Коллекция. Секретики. И письмо тоже взяли. Ну ладно. Значит, идем драться с боссами, я так понимаю, наверное. Ну, где-то еще две штуки. Вот раз. А вот два. Так, босс в виде просто мобов. И что-то надо разбивать. А, надо разбивать. Да, понятно. Надо все крушить, ломать. Мобы — это более отвлекающий маневр. Даже убивать не надо было. Чили, кто-то любит поострее. Надеюсь, эта волшебная снежинка не растает, прежде чем мы найдем ее хозяина. Здесь понятно. Точно все взяли? 94, да. Наши злодеи прячутся где-то здесь. И Юлий, Люций и Агнес все еще у них. Мы должны срочно найти их. Ну, погнали. Последний уровень, я так понимаю. Ну, а потом еще в главном меню надо будет там возиться. Тоже вспоминать, что там вообще делать. Так, какой-то великий замок. Завод.